В преддверии Дня защитника Отечества очередная партия гуманитарной помощи от зайцев направлена для поддержки наших бойцов, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО. Традиционно груз отправился с бульвара Победы. Это уже третья отправка гуманитарного груза за месяц. Все сформировано по запросам военнослужащих. Глава района поблагодарил всех неравнодушных жителей города и района, которые чем могут, помогают нашим ребятам. Я хотел бы поблагодарить всех наших заинцев, наших общественников за ту работу, которую они ежедневно проделывают, без какой-либо афиши, рекламы, тихо, мирно. Кроме того, на этот раз в составе гуманитарного груза и личные посылки для ребят, которые им передали семьи. На отправку, кроме официальных лиц, пришли также родные и близкие военнослужащих. Делегации пожелали хорошей дороги. Елена Мавлина, Денис Ипатов, новости Заинска.